Здравствуйте, друзья! Давно вы пробовали свежие морепродукты? Согласитесь, мы едим рыбу в качестве основного блюда крайне редко. Хорошо, если один раз в месяц. И то какой-нибудь перемороженный минтай или треска. А может и не треска. В наших магазинах трудно определить сорт рыбы под толстым слоем льда. А уж о креветках, кальмарах, лобстерах, кефале или тунце я промолчу. Сегодня приглашаю вас на обед, а скорее всего на ужин, в один из ресторанов Каира. Попробовать блюдо настоящей средиземноморской кухни и увидеть мастерство здешних поваров. Приятного просмотра! Я не знаю, что это.